21 миллион рублей сэкономила республика на преобразовании районов в муниципальные округа. Это стало известно в ходе рабочей встречи главы региона Олега Николаева и председателя контрольно-счетной палаты республики Светланы Аристовой. Ваше предложение в рамках послания оказалось настолько своевременно, потому что с 1 июля 2021 года федеральное законодательство потребовало, чтобы у муниципальных контрольно-счетных органов были самостоятельные юридические лица, самодостаточные и с достаточной численностью, что, в принципе, наверное, в рамках наших бюджетов это не совсем приемлемо. И мы оказались одни из первых, кто стал централизацию проводить в муниципальных контрольно-счетных органов. Централизация внешнего муниципального финансового контроля позволила одновременно проверять освоение бюджетных средств как в рамках регионального, так и муниципальных дорожных фондов. Проверили также соответствие бюджета муниципальных образований и их взаимосвязь с действующими региональными государственными программами. Самая главная задача – это, конечно же, повысить эффективность использования бюджетных средств. А самое главное – вовремя скорректировать и сделать так, чтобы поставленные цели и задачи, которые зафиксированы в государственных программах, национальных проектах, были реализованы своевременно, ну и, соответственно, с использованием тех средств, которые на них заложены.